Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у них дел не в проворот. Сначала мы собираем водоросли в море, потом приносим сюда и сушим, затем продаем. Если урожай хороший, мы много зарабатываем. Это происходит постоянно. Выращивать водоросли женщин подтолкнули трудности. Их мужья больше не могут ловить рыбу из-за проблем с военно-морскими силами Шри-Ланки. Индийцев часто арестовывали за предполагаемый незаконный промысел в чужих водах. Тогда индийская научно-исследовательская станция морского рыболовства предложила семьям рыбаков создать фермы. Одна женщина может обслуживать 40 плавучих островков, поэтому каждая зарабатывает от 100 до 135 долларов в месяц. Морские водоросли закупают пищевые, фармацевтические и текстильные компании.